В Новый год с новыми задачами. Глава муниципалитета Алексей Кириллов провел первое в 2020 году расширенное заседание руководителей районной администрации. На нем подводились итоги деятельности органов власти за прошедший год и обсуждались основные векторы работы на год текущий. Первостепенными направлениями деятельности районной администрации в 2020 году, как и прежде, станет решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а это водопровод, дороги, обеспечение теплом. Особое внимание планируется уделить учреждениям образования. Кроме того, по мнению главы района, в нынешнем году необходимо усилить взаимодействие с населением. Я считаю, что определенных результатов в прошлом году нам достичь удалось. Конечно, мы понимаем, что еще много предстоит сделать. У нас много направлений очень актуальных. Но это и жилищно-коммунальное хозяйство, это и социальная сфера. Вот. Но я считаю, что одной из также самых актуальных наших задач – это все-таки диалог с населением. Очень важно и нам знать мнение населения о нашей работе. Кроме того, как вот показывает практика, у наших людей очень много интересных предложений, которые вполне можно было бы реализовать в нашей работе. И я считаю, что у жителей должны быть возможности, должны быть площадки, где свое мнение, свои предложения жители могут активно высказывать, и мы могли эти предложения брать на вооружение и с ними работать. Для того, чтобы это взаимодействие усилить, в интернет-пространстве, как одном из самых привычных и удобных мест для общения населения, появились дополнительные аккаунты главы муниципалитета и районной администрации. Теперь их можно найти в таких социальных сетях, как Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассники. А вот для того, чтобы рассматривать вопросы местного значения сообща и более оперативно, в рамках совещания также было принято решение приглашать на планерки в районную администрацию мэра Ахтубинска Сергея Заблоцкого. Вопросов у жителей самого крупного населенного пункта в районе много, и решать их, по мнению главы, нужно безотлагательно. Выяснять, какие вопросы сегодня волнуют жителей Ахтубинского района и помогать искать пути в их решении, теперь в районной администрации будет новый заместитель главы. С этого года на этот ответственный пост вместо Заура Гаджиева назначен бывший военнослужащий Александр Агарков. Он родился 18 июня 1955 года в городе Зеленоградск в Калининградской области. В 20 лет попал в Ахтубинск по распределению и практически 30 лет отслужил в ГЛИЦ. Я приехал сюда, в Ахтубинск, в 75-м году. Я еще на вокзале сказал, я больше 2 лет, ну максимум 3 года, больше я здесь не выдержу. Но надо было вот прежде чем такие слова говорить, наверное, надо думать, а я не подумал. И мне вот так посчастливилось, что я всю свою жизнь практически, ну не считая, что я служил в армии, 30 лет практически отслужил в ГЛИЦ. И этот край стал для меня родным, город стал родным. Александр Агарков имеет опыт работы в органах законодательной и исполнительной власти. В 2005 году он возглавил Совет депутатов муниципального образования Ахтубинский район. В 2009-2010 годах работал заместителем главы районного муниципалитета. Идя сюда, я понимал, куда я иду и зачем, потому что работал здесь, вот, и был председателем районного совета, поэтому понимаю все сложности, все трудности, которые предстоит здесь встретить и уже встречаются. Но, тем не менее, как бы я дал согласие на эту должность, потому что думаю, что еще есть возможности у меня поработать и сделать что-то полезное для нашего района. Вот. Поэтому надеюсь, что меня поддержат в этом плане. Ну и я как бы оправдаю то доверие, которое мне оказали. Светлана Андарева, Анатолий Калинкин, Евгений Костюков, Ахтубинск ТВ.